С начала учебного года по области в школах зарегистрировано 33 случая. С 1 по 6 сентября в 23 школах области. В связи с требованиями постановления класс закрыт на карантин. Также хочу сообщить о том, довести до сведения всех о том, что вчера вышло постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области. Все объекты, которые работают в период ограничительных карантинных мер, они должны соблюдать требования приложения 38-го постановления от 2 сентября текущего года. Больше других изменений 35-м постановлением нет.